Стрижи вернулись. Сегодня на скорости 1000 км/ч в воздушное пространство Чебоксар ворвалась эскадрилья истребителей. Сделав несколько кругов над городом, пилоты авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России приземлились в столичном аэропорту. Через 3 дня летчики покажут чебоксарцам головокружительное авиашоу. Звук от истребителей слышен за много километров. Бояться не стоит, ведь нас всего-навсего хотят поздравить. Всего в Чебоксарском аэропорту приземлились 7 боевых самолетов. Легендарных летчиков встречают как старых знакомых. 6 пилотов покажут групповой пилотаж, а фигуры высшего пилотажа продемонстрирует военный летчик России, гвардии, полковник Сергей Осяйкин. Все секреты своей программы они пока не раскрывают. Это будет 6 с различными перестроениями, с полным комплексом фигур высшего пилотажа. Поэтому это будет совершенно другая программа, нежели мы показывали раньше. Мы надеемся, что в день юбилея этого прекрасного города люди придут, посмотрят, и это будет действительно большой праздник. Выступление «Железных птиц» авиагруппы пройдет на набережной Волги в эту субботу в 12:00. В пятницу в полдень жители и гости столицы смогут понаблюдать за тренировочным полетом стрижей. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.